Сегодня непридуманные истории о знаменитых небоскребах. Эта высотка навсегда изменила мировую архитектуру. Некоторые думают, что она практически совершенна. Чарли Лакстон проведет экскурсию по Сигрим Билдинг в Нью-Йорке. Трудно поверить, что все это было спроектировано 50 лет назад. Кажется, что здание было построено только вчера. Вы узнаете интересные факты о здании, ставшем эталоном среди небоскребов. Фасад, например, сделан из стекла и бронзы. Вряд ли сегодня кто-то может себе такое позволить. Весенняя премьера. «Каменные джунгли». Новые серии. Смотрите прямо сейчас.